Добрый день, уважаемые телезрители! Вы смотрите очередной информационный выпуск «Новости района». В студии работает Навсет Бричева. Еженедельное планерное совещание по традиции было посвящено рассмотрению актуальных вопросов, требующих первостепенного внимания. В его работе приняли участие заместители главы района, руководители структурных подразделений, главы сельских поселений. Очередной круг вопросов был рассмотрен на расширенном планерном совещании, которое прошло под председательством главы района Заура Хамирзова. Заместители главы по традиции отчитались о проделанной за прошедшую неделю работе. Были заслушаны доклады о проводимой работе по оказанию помощи нуждающимся семьям мобилизованных, о возможности принятия участия сельских поселений в госпрограмме «Бюджетное инициирование» на 2023 год. На совещании обсуждены и другие немаловажные вопросы и даны необходимые рекомендации руководителям соответствующих отделов. В завершение Заур Хамирзов обозначил задачи на текущий период и пожелал всем плодотворной рабочей недели. В зале администрации района состоялась пятая сессия Совета народных депутатов под председательством Александра Брянцева. На сессии были представлены доклады председателя Совета народных депутатов и начальника районного отдела полиции об итогах деятельности за 2022 год. Сегодня в зале администрации состоялась пятая сессия Совета народных депутатов муниципального образования Кашхабльский район, в работе которой приняли участие глава муниципалитета Заур Хамирзов, прокурор района Алексей Зобнин. В повестке значились 6 вопросов. Первым на рассмотрение и утверждение был вынесен отчетный доклад председателя Совета народных депутатов об итогах деятельности Совета за 2022 год. Вся работа районного представительного органа Кашхабльского района строится в соответствии с теми приоритетами и задачами, которые ставит перед нами президент Российской Федерации, правительство Российской Федерации, глава Республики Адыгея, правительство Республики Адыгея, Госсовет ХАС Республики Адыгея и, конечно же, в соответствии с теми вопросами и обращениями, решения которых, прежде всего, необходимо для жителей нашего муниципального образования. Данный отчет дает нам возможность провести анализ проделанной работы, отметить положительную динамику, определить пути дальнейшего развития. Организация деятельности Совета народных депутатов, председателя, осуществлялась в соответствии с федеральным законом об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации, уставом муниципального образования Кашхабльский район, регламентом Совета народных депутатов, на основе плана нормотворческой деятельности Совета народных депутатов за 2022 год. Деятельность Совета осуществлялась коллегиально. Основной формой работы являлись сессии. Всего за отчетный период было проведено 10 сессий Совета народных депутатов муниципального образования Кашхабльский район. Проводились заседания фракции депутатской «Единая Россия». Работала комиссия по бюджету. Средняя явка депутатов на сессиях составила 80%. На заседании Совета народных депутатов было принято 57 решений. Из них 27 решений носят нормативно-правовой характер. 7 принятые нормативно-правовые акты были направлены в Комитет по взаимодействию с органами местного управления Республики Адыгея для дальнейшего опубликования и размещения. Хочу остановиться на основных моментах работы. В соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Адыгея в 2022 году было проведено 2 публичных слушания, по результатам которых были внесены изменения в 11 статей Устава муниципального образования Кашхабльского района. Утверждено 2 новых положения. Это положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности главы муниципального образования Кашхабльский район и выборы главы муниципального образования Кашхабльский район. 2 положение о порядке проведения квалификационного экзамена для присвоения классных чинов муниципальным служащим органам местного самоуправления муниципального образования Кашхабльского района. Большую долю работы Совета народных депутатов муниципального образования Кашхабльского района составляет исполнение контрольных функций. В 2022 году на сессиях Совета народных депутатов муниципального образования Кашхабльский район заслушаны отчеты главы муниципального образования Кашхабльский район, начальника отдела МВД России по Кашхабльскому району, председателя контрольно-счетной палаты Кашхабльского района, отчет об исполнении бюджета за 2022 год, отчет отдела имущественных отношений администрации муниципального образования Кашхабльского района, отчет территориальной избирательной комиссии Кашхабльского района. Утвержден бюджет муниципального образования Кашхабльского района на 2023 на плановый период 2024-2025 годов.
рассматривались и принимались изменения бюджета муниципального образования Кашхабинского района. Всего за 2022 год было рассмотрено 12 бюджетных вопросов. В соответствии с частью 3 положения о доске почета, утвержденное решением Совета народных депутатов муниципального образования Кашхабинского района от 27 мая 2019 года на третьей сессии 5-го созыва депутатами был утвержден новый состав кандидатов для размещения на доске почета муниципального образования Кашхабинского района. Также осуществлялись мероприятия по противодействию коррупции в соответствии с требованиями действующего законодательства. В отчетном периоде депутаты представили сведения о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, без нарушений установленных законодательством срок. Данные сведения были направлены в управление главы Республики Адыгея по профилактике коррупции и иных правонарушений и размещены на официальном сайте Совета народных депутатов. Важным направлением деятельности Совета народных депутатов муниципального образования Кашхабинский район остается работа с населением, которая носит многогранный характер. Прием населения – это фактически прямая адресная помощь жителям нашего района. Считаю этот формат взаимодействия ключевой частью нашей депутатской работы. В течение 2022 года мною депутатами Совета народных депутатов неоднократно проводился прием граждан. С 9 ноября 2022 года в сельских поселениях района проходили сходы граждан с участием депутатов Совета народных депутатов, которые посетили жители района с наиболее важными вопросами. Переселение из ветхого аварийного жилья, улучшение состояния жилищно-коммунального хозяйства, дорог, трудоустройства, электрогазоснабжения, вопросами в сфере здравоохранения, оказания материальной помощи. С учетом особенностей 2022 года депутаты использовали любые возможности для четкого и плодотворного взаимодействия со своими избирателями, осуществляли адресную помощь медицинским и социальным учреждениям, малоимущим и особо нуждающимся гражданам. Важным моментом работы депутатов является осмотр строящихся и вводимых в эксплуатацию объектов инфраструктуры района, благоустройства объектов социальной направленности. Убежден, что подобный формат будет способствовать более плодотворному сотрудничеству органов местного самоуправления с депутатским корпусом, способствовать осуществлению профессиональной деятельности, направленной на повышение уровня удовлетворенности граждан работой муниципальных органов власти. С началом 2022 года в районе началась реализация программы комплексного развития сельских территорий, в рамках которой предусмотрено строительство социально значимых объектов и объектов инфраструктуры. Одним из существенных условий реализации этой программы являлось небюджетное софинансирование. Предприниматели из депутатского корпуса района внесли весомый вклад в сбор небюджетных средств. Из общей суммы собранных предпринимателями района 4 миллиона 350 тысяч рублей депутаты и предприниматели из райсовета несли 1 миллион рублей. Ушедший 2022 год был выборным годом. 11 сентября 2022 года прошли выборы районных депутатов и депутатов поселения Кашхабинского района. По результатам прошедшей выборной кампании был сформирован новый 5-й созыв народных депутатов муниципального образования Кашхабинского района, состоящий из 23 депутатов. По сравнению с 4-м созывом состава депутатского корпуса обновился на 44%. Отрадно отметить, что в новом составе появились молодые и активные жители района. Расширился партийный состав депутатского корпуса. Помимо партии «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, в новом 5-м созыве появились представители других партий, как «Справедливая Россия» и «Новые люди». Хочется отдельно поблагодарить депутата 4-го созыва, которые за время своей работы приняли участие в 45 сессиях, проведя ответственную плодотворную работу во благо нашего района. Надеемся, что и новый депутатский корпус, состав депутатского корпуса, ответственно и слаженно подведет к решению поставленных задач. 7 октября 2022 года прошли выборы главы Кашхабинского района. По результатам конкурсного отбора к выборам были допущены 2 кандидата. Новый 5-й созыв Совета народных депутатов в тайном голосовании переизбрал действующего главу района, тем самым оказал доверие Зауру Скрибичу и его команде. Максимально качественно решать вопросы, касающиеся жизни района, можно только путем выстраивания рабочего конструктивного взаимодействия и поддержания постоянного диалога между всеми органами местного самоуправления. Проведение каждого заседания Совета народных депутатов активно принимает участие глава района. Взаимопонимание, рабочая атмосфера, выстроенная заместителями главы администрации района, руководителями структурных подразделений администрации,
контрольно-счетной палатой, главами сельских поселений. В процессе разработки проекта нормативно-правовых актов на народных депутатов муниципального образования Кашхабльский район на постоянной основе осуществлялось взаимодействие с прокуратурой района, представители которой оказывали консультативную помощь. На все нормативно-правовые акты были даны положительные заключения прокуратуры района. Безусловно, такое тесное взаимодействие позволяло оперативно учитывать замечания и предложения надзорного органа, положительно сказывалось на качестве муниципального правотворчества. По обращениям граждан всегда по всем возникающим вопросам чувствовалась поддержка и понимание со стороны руководства всех федеральных и региональных структур, находящихся на территории муниципального образования. Сегодня такая совместная работа позволяет находить оптимальные решения актуальных вопросов жителей нашего района. Благодаря общим усилиям удалось решить немало вопросов, но есть еще много нерешенных задач. Подводя итог работы в 2022 году, можно сказать, что он был очень плодотворным, насыщенным многими памятными и торжественными мероприятиями. Это столетие государственности Республики Адыгея, 30-летие Государственного совета Хаса Республики Адыгея и много-много других мероприятий, в которых участвовали депутаты совета. Сегодня трудно предсказать, какие общественно-политические события ждут нас в наступившем году. Но можно сказать одно точно. Совет народных депутатов Кашхабльского района, опираясь в работе на свой опыт, морально-патриотические и человеческие качества, готов к решению всех возложенных на него полномочий. Успех при преобразовании происходящего в нашем районе во многом зависит от нашей с вами совместной работы, от доверия друг другу, доверия людей к власти. Спасибо за внимание. Доклад окончен. Далее перед народными избранниками выступил начальник межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский Михаил Тарановский. Он представил отчет о результатах оперативно-служебной деятельности межмуниципального отдела за 12 месяцев истекшего года. Межмуниципальным отделом МВД России Кашхабльский во взаимодействии с органами государственной власти, всеми правоохранительными структурами в течение 2022 года организован и проведен комплекс мероприятий по противодействию преступности на территории Кашхабльского района. Общественно-политическая ситуация в районе с учетом введенных ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции осталась стабильной и существенного влияния на криминогенную обстановку не оказывала. Ежедневная оперативная и профилактическая работа позволила нам сохранить должный контроль в районе, не допустить резонансных нарушений общественного порядка, массовых беспорядков и масштабных чрезвычайных ситуаций. На территории района обеспечена охрана общественного порядка и общественной безопасности при проведении общественно значимых массовых и политических мероприятий. На сегодняшний день нами налажено тесное взаимодействие и понимание в этих вопросах с администрацией муниципального образования Кашхабльского района. Приняты меры по недопущению проявления экстремизма, разжигания конфликтов на межнациональной и религиозной почве, защите населения, объектов первоочередной антитеррористической защиты и государственных институтов под террористической угрозой. В 2022 году от граждан и организаций Кашхабльского района в отдел поступило 2157 заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях, по результатам рассмотрения которых возбуждено 145 уголовных дел. По 533 материалам проверки принято решение об отказе возбуждения уголовного дела, 434 материала рассмотрены в соответствии с административным законодательством. Криминогенная ситуация за 12 месяцев прошлого года в районе характеризуется ростом общего количества выявленных и зарегистрированных преступлений. Так, за отчетный период на территории Кашхабльского района зарегистрировано 175 преступлений, на 7 больше, чем в 2021 году. Тем не менее, в целом криминогенная обстановка на территории характеризуется как стабильная. На это указывает и отсутствие зарегистрированных некоторых видов преступлений, а именно с применением и использованием оружия, изнасилования, кражи транспортных средств и автомобилей, металлов, разбой, поджоги и хулиганства. В структуре зарегистрированных преступлений число преступлений, по которым предварительное следствие обязательно, увеличилось на 10 преступлений, на 13, с 74 до 84, а число преступлений, по которым предварительное следствие не обязательно, напротив, снизилось на 3 преступления, с 94 до 91, или на 3,2%. За 12 месяцев 2022 года зарегистрировано 59 преступлений, связанных с кражами. На территории Кашхабльского района зарегистрировано одно покушение на убийство и один факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.
но это существенно ниже, чем было в 2021 году. Всего раскрыто и расследовано 141 преступление. Процент раскрываемости составил 86%. В позапрошлом году было 79,7%. В остатке осталось 34 нераскрытых преступления. В истекшем году выявлено 4 преступления, связанных с незаконным оборотом оружия. Следует обратить внимание на возросшее от 6 до 10 количество выявленных на территории Кашхабльского района наркопреступлений, из которых 3 связаны со сбытом наркотиков. Как результат проводимой профилактической работы можно охарактеризовать уменьшение количества некоторых видов преступлений, а именно уменьшилось число преступлений, совершенных в общественных местах с 7 до 6, гражданам в состоянии алкогольного опьянения на 7, с 44 до 37, в состоянии наркотического опьянения совершено одно преступление. При этом следует отметить, увеличившее число преступных деяний, совершенных лицами из числа ранее совершавших преступлений, а также ранее судимыми лицами на 7 человек, на бытовой почве совершено одно преступление. За истекший 22 год сотрудниками отдела на территории района задокументировано 7 фактов незаконной реализации спиртосодержащей жидкости. При этом изъято 6 литров алкоголя. На территории Кашхабльского района несовершеннолетними лицами преступления не совершались. На территории обслуживания произошел рост преступлений, совершенных в отношении совершеннолетних, на 26,3%. С 19 до 24, то есть плюс 5 преступлений. Но наибольшую озабоченность вызывает рост количества преступлений, совершенных против половой неприкосновенности несовершеннолетних, с 4 до 6. Рост составил 50%, который подрывает нормальное развитие детей, а также вызывает широкий общественный резонанс. Не меньше опасность для жителей района представляет дорожно-транспортные происшествия. Отделом ГИБДД реализовывается комплекс информационно-пропагандистских и профилактических мер, направленных на снижение дорожно-транспортных происшествий на обслуженной территории, в том числе посредством размещения печатных СМИ на телевидении и в сети интернет. Однако, несмотря на это, в 2022 году зарегистрировано 24 дорожно-транспортных происшествия, в стадии которых 7 человек погибли, 32 гражданина получили телесные повреждения. Руководителям подразделений межмуниципального отдела организована работа по профилактике преступлений посредством выявления и пресечения административных правонарушений. Так, в 2022 году сотрудниками отдела выявлено 1346 административных правонарушений. Из особо значимых это за появление в общественном месте в состоянии опьянения и к ответственности привлечено 110 человек. Распитие спиртных напитков в общественных местах, мелкое хулиганство, это те самые правонарушения, которые влияют на общественную безопасность. Касаясь деятельности участковых уполномоченных полиции на территории Кашхабльского района, следует отметить незначительное снижение по результативности в выявлении и раскрытии преступлений. Выявлено 43 преступления, на 5 меньше, чем было у сотрудников участковых уполномоченных, и раскрыто 42, позапрошлым было 45. Указаны результаты, проанализированы руководством отдела. При подведении итогов работы за истекший год и личный состав нацелен на активизацию деятельности в данном направлении. Пользуясь случаем, обращаясь к депутатскому корпусу, хочу выразить слова благодарности за оказанную помощь в выделении материалов для ремонта помещения порнопункта участковых уполномоченных полиции, расположенного на территории Кашхабльского сельского поселения. Надеюсь на дальнейшее оказание посильной помощи в данном направлении. На постоянной основе осуществляется взаимодействие со средствами массовой информации, институтами гражданского общества, по объективно информированию населения о деятельности полиции, в том числе проводимых профилактических мероприятий. Мы активно взаимодействуем с гражданским обществом. Невозможно предпринимать действенные меры без доверия общества. В дальнейшем нам будет развиваться и внедряться новая форма такого сотрудничества. Хочу заверить, что личный состав отдела приложит все усилия, чтобы обеспечить выполнение задач по охране правопорядка и борьбе с преступностью, надежной защите конституционных прав и законных интересов граждан в 2023 году. Здесь мы рассчитываем на постоянное внимание и поддержку депутатского корпуса и общественных организаций, в особенности и пресечении незаконного оборота алкогольной продукции и пропаганды безопасности дорожного движения. После доклада депутаты задавали начальнику полиции волнующие их и население вопросы. На все затронутые темы докладчик дал исчерпывающие ответы. Остальные вопросы повестки также были рассмотрены детально, по ним вынесены положительные решения. В завершение ко всем присутствующим обратился председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев. Дорогие земляки, 9 мая 2023 года исполняется 78 лет со дня Великой Победы.
И чем дальше в историю уходит великая дата 9 мая 1945 года, тем величественнее воспринимается подвиг тех, кто своей жизнью, мужеством, войском, доблестью и героизмом день за днем приближал долгожданную победу. Победа в Великой Отечественной войне – это символ национальной гордости, воинской славы и доблести нашей Родины. Это наша бесценная история, каждая страница которой наполнена страданиями, болью, борьбой и великой победой. В связи с предстоящими празднованиями 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 41-45 годов над фашистской Германией, мы, депутаты Совета народных депутатов Кашкабельского района, обращаемся ко всем руководителям и работникам предприятий всех форм собственности и каждому неравнодушному жителю Кашкабельского района, кому дороги память о миллионах советских граждан, отдавших свои жизни и здоровье за свободу и независимость нашей Родины, принять участие в благотворительной акции. Как и предыдущие года, средства будут направлены на ремонт и уход за памятниками, захоронениями героев и ветеранов Великой Отечественной войны, на мероприятия по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Искренне надеемся на ваше понимание и поддержку в этом важном для нас всех мероприятии. 2023 год указом президента России объявлен годом педагога и наставника. Миссия года – признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность. Героиня нашего сюжета посвятила всю свою трудовую деятельность этой благородной профессии. Марзиат Ешева, учитель адыгейского языка и литературы Кашхабльской школы номер 1. Адыгабзам чилига джуиша комарзиат и санахата угетау зарафалля жирзм жаразрыз. Ихес пчаам хакоц марзиат индальфабза кухаху хигуатау чилига кухамаригаха. Мина разобра точи бхара псакухрейхесн, мейджапан сухуха. Джейшага жагу салля жи лаз точи гад фрам кэху. Сказар ухара чилига дж. Заблес хуап. Исанахат ягахахан ляшушся теха пафахуғар ич алейға джуги ағарарым. Ападады хеджерқуайы хеджапым чири тұрысыры. Кич алейға джу мәрзет кәсімен нәпакуынығым. Адгабзат риға ахтағым. Ашты жын мұжыш өтиғасағу, түфешағу, түгурихуғу. Олимпиадығым түфеға хазыр зағым мұжы ар... Агогум заработал, что я был на классе, сессу, а уже как ходил, сказал Хазарта. Джирауахтам кухалху нахмаш ами сабихам уры сабзирнах, а ухлёвкахум. Джалия гаджим царишхаго загам, че еш пшарахлёв и арны дальф абзирашим губшал сабихам адалежен рарам. Я тфу на классе, шагажалу я псикознараем, насижу, я сагаджих, адгабзи языкри, литература я сагаха. Урсабзар нахкати, ко телефону ачалькам, урсабзар напамечкай, кара учраб. Ятфанар классу мама не пеш қыздефа ахар, қыздагуай ахамди, цихамилку қагуш ата ахаб, адгабзача хату. Сапашха урокум шысу, сабир, урсабзача қагуш ану, ар адгабза урокаб. Джагуча сапашха бхар, кафаз кушыбсмы, та джагу адгабзача с озы урок пшимаху, Сады джогуры, конгумазым шығыжау джигызнысығым, нахтезгі хағық, зыгуш ақызым отағы забихы ма қашылығық, қагуш ақу ежағық, қарбатаябзы метезіғы, сдап ома қарбатаябзы ауылма ежабзысы. Мадырам ин ахфеб шешшіщт, напамычча ебғыжын тлечіғып, урокым фаду тегіпсі хағу бітін зығча урок қодию. Ашуғыз оғын тіп, Джаджагуча гора захашаву, зябча джешфа, фачев, уезжихар, урокам кхаляжих, да, на кагушах. Урок хар, магазонам, амен, бишчехам, я же азон, там и уроки какону файтхаб. Яблинары расписанием, яблинары урок хама, яблинары, яблинары класс хами, арату я тара, асо, каз он следишь, тап, фамия хуси урок хам коху. Шахте фамия шлягут, ма яблинары классам, Тему ты знаешь, литературу мы чаще тем больше арзахат в сорте, где романы с помирающим пейзаж, а с огну там афим зазертира. Сюда жека хочешь, сюда добр бзлфами образ, а гам жека корораком бзлфами образ другушет. Та фда кзар кафа харизе, чет хлими женат лечит каб роман харинг. Жека хочешь, мы шигохара кафас отечь, мы зазахат в тмраж, а с огну хай квартексиурок.
Мазят или гаджо мы едем за расчиляжером фадиз, гахахар с опом, хохон уштеп. Ахар хаушахат из хатлежара за накохар. Шит хутхахел, учите его натхахел, пратахар. Зачем она уркину сосельта с депома? Зачем едем район, карач или гаджо за накохам? За накохам тишкара лежит, я же апрачу паркта с хауша, лучшие учителя предметники, миниатюра, психотфрейсы, срармер. Адыга қаралығы университеттер елес тойчы шырып сүкутфыры зарғым фағаху шырағы көчіға мәфит отықылы жау ары зарыштығар апырайым тесткім жатсағанна қоқы зәнші жәлеға жығыр республикам тиха күйіғым ед онарайым билетхі қығытқшыри тіздағы резидитіміз фады жабым фады классым билеті қығытқығы тұғы урок қығшыттығы то есть это хипс психотфырати арзда хазыр но Спермис, что есть хлеб, который Олимпиада храда кызысхача, олимпиадам фабрахазым зорча урок кодич арекуроб. Стапома за сахатым темари ептынсу олимпиадами фабрахазыр жину урабсу программа фаду захаровчагуси ашқы дельта вот для олимпиадам нах зиғаушан бұғу, джайға цачану қарадхары хату, ахар уже урокым уж қасығаны хысыры, не па сахатны қуады сазу, не уж сахатны қуады сазу, Ну, систематическая сва ура рара урсбзаджи, джефаду систематическую кабрана зептра, ебрашу зрчи, нахфа хазрго олимпиадам маго. Тхамафам зе урок ебтчи, олимпиадам фа хазрго ехтеп, чупакарик дихтеп. Ма недавно ти а олимпиады хар, ябгонары классами куага, сиапара чупакахши сипшашу сиджали гори, ябгонары классам коджи, муниципальный уровень районным шрекочит, чагуго айшик шахану, Стап, ома, он гомазым, кызаржахам, тету, классым, ойлса, ой, нах, фэшагу, нах, бзыр, ультри, нах, сфэри. Ака, каха, уоксу, уадагуша, яны, ядыгым, яшы, хэлтіп, кабганыры, оф, адам, сома, олимпиадыгым, хозырчы, шыштыгып. Гацэчэн, ху, ахам, крага, ахарыр, тати программы, так, нах, зиуға, ушын, бұғу, шыт, тати, зі, сахатым, бі, ядытыну, хурапсыз, сахатчы, кабганыры, оф, адам, сэштсэбих. Небо от республика Мильшхаб шарахлева фишгар, еджалей гаджи харит. Гаса нагамш анагамши ладжи харар зачан, адгабзам ругуш анхал, зраушам бунов сабихам аухлёв агахун харарам. Зыбзазам жарар тхамыч арыш, тыбза тарыжга гуши, тыдажга лаж, ти сабихам яндальфабза аухлёв тажга бух. В детской школе искусств прошел концерт коллектива творческого объединения «Звонница». Школьникам была представлена концертная программа под названием «От станицы до аула». Вчера в детской школе искусств состоялся концерт с дебютной программой «От станицы до аула» образцового песенно-танцевального ансамбля «Казачата» творческого объединения «Звонница» имени Натальи Уваровны под руководством талантливого музыканта Дмитрия Гордиенко. С целью взаимодействия учреждений культуры между различными муниципалитетами нашей республики мы сегодня приехали в детскую школу искусств Аула Кашихабль. Мы приехали с одним из самых лучших коллективов города Майкопа. Это образцовый ансамбль «Казачата». Ребята подготовили очень интересную программу, которая называется «От аула до станицы». И я думаю, что все те, кто придут сегодня на наш концерт, еще раз убедятся, какие замечательные таланты вообще живут в республике Адыгея. Я думаю, что это даст нам возможность и на будущее проводить вот такие вот обменные концерты между коллективами нашей республики. Право открыть концерт предоставили атаману казачьего общества Кашхабльского района Олегу Тарасенко. Уважаемые гости, земляки, очень-очень рад представить вам этот замечательный коллектив «Казачата», творческий коллектив «Звонница». Очень рад, что у вас получилось приехать к нам в район.
Вот, коллектив очень легендарный. В этом году, кстати, ему исполняется 35 лет, с чем я вас поздравляю. Вот. И то, что они покажут, очень большой казачий творческий пласт. Вот. Очень рад, что много детей. Очень рады будем вас послушать. Спасибо за добрые слова. В основу концерта легли песни кубанских, донских, терских казаков, произведения композиторов Республики Адыгея, Кубани, России. Дорогие зрители, сегодня состоится премьера программы, которую мы назвали «От станицы до аула». Это название выбрано не случайно, ведь мы живем в многонациональной республике, где каждый народ по-своему уникален. Но всех нас объединяет общая история, общая система духовно-нравственных ориентиров и, конечно же, любовь к большой и малой родине – России и Адыгее. Начать наш концерт мы хотим по доброй славянской традиции – с хлебом, солью да песней «Удалою». Болгарии, Венгрии, Германии, Польши, Словакии, Сербии, Черногории, Белоруссии, Украины и России образцовый песенно-танцевальный ансамбль «Казачата». С давних пор и по сей день адыги и казаки живут в мире и согласии, как добрые соседи и друзья. Многовековую дружбу наших предков ярко символизирует один древний обычай, согласно которому мальчика из казачьей семьи отдавали на воспитание в семью адыгов. Там он наравне с другими детьми выполнял обязанности, изучал традиции и обычаи адыгского народа, а в родительский дом мальчик возвращался, будучи взрослым юношей. Вы хорошо знаете этот обычай. Он называется «аталычество». Традиции адыгского гостеприимства знают все, кто хоть раз посещал наш благословенный край. Каждому дорогому гостю адыги говорят: «Добро пожаловать!» Thank you.
Любят гостей, шум гремлян на промотах.
все дела сопровождались песней. И когда пшеницу шли в поле сеять, и когда урожай выдался на славу, пели всей станицей. Вот и наша юная казачка собрала целый мешок картошки. Встречайте аплодисментами Екатерину Провоторову с песней «Говорливая казачка». Раздалась команда поднять якоря.
Хабаровца, начальник управления культуры Кашихабльского района Курия Рауф Мурадинович и руководитель управления культуры города Майкопа, заслуженный работник культуры Республики Адыгея Цеева Роза Аслановна. Добрый день, дорогие друзья! Я хочу поприветствовать всех вас, уважаемые зрители, в этом прекрасном зале от имени Управления культуры города Майкопа. Я хочу сказать огромное спасибо директору школы Нурет Юрьевне. Хочу сказать спасибо Рауфу Мурадиновичу за возможность приехать сюда, познакомиться с вами. И самое главное, хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы проявили интерес, за то, что вы пришли на концерт нашего любимого, легендарного коллектива, который можно по праву назвать визитной карточкой нашего города Майкопа. Я думаю, что вы еще раз подарите огромные аплодисменты этому коллективу. Это действительно прекрасно. Казачат будет отмечать свой очередной юбилей. 35 лет будет в этом году этому коллективу. За вот эти долгие годы столько было наград, столько было побед. И вот прошлый год тоже добавил в копилку заслуг этого коллектива большое количество побед в знаменитых и в очень таких престижных фестивалях. И вот сегодня, находясь здесь, в этом зале, во-первых, я хочу сказать, что ребята подготовили вот эту замечательную программу, которую можно по праву назвать концертом дружбы. И с этой программой они проедут по всей Республике Адыгея. Но мы решили первый вот дебют этого концерта дать у вас здесь, в Кашихабльском районе. В прошлом году ребята стали победителями двух престижных фестивалей, конкурсов, которые проходили в Москве. И по итогам года, буквально в декабре, была подготовлена благодарность от имени главы Республики Адыгея. И вот сегодня, пользуясь такой возможностью, мне хотелось бы вручить благодарность коллективу, пригласить руководителя творческого объединения «Звонница» Дмитрий Павлович Гордиенко. Благодарность за заслуги в области культуры и искусства коллективу образцового песенно-танцевального ансамбля «Казачата», муниципального бюджетного учреждения культуры «Творческое объединение «Звонница» имени Натальи Ивановны Уваровой, глава Республики Адыгея Мурат Карадеевич Кунделов. Хочу обратиться к хозяевам нашего сегодняшнего вечера, сказать вам огромное спасибо. Давайте дружить районами, давайте обмениваться вот такими концертами. Ну и в знак уважения, в знак благодарности, мне бы хотелось вот символично вручить вам наш каравай от коллектива «Казачат». Слова. Вы не зря упомянули, что начали с Кашихабльского района, и поэтому большое спасибо за доброжелательное и уважительное отношение к нашему району. Наш район, который подарил республике, всему адыгейскому миру выдающихся личностей, как Тимур Геращев, Умарт Хабисимов, Магомед Хагауч и целую кучу других, уверяю вас, умеет ценить культуру, умеет ценить ее уровень и носители этого уровня. Я хочу сказать, что я восхищен, я очень удовлетворен искусством, которое показали эти дети. С высоты своего возраста я могу называть их детьми. И хочу отметить следующее. Это действительно не просто ансамбль, это посланцы дружбы, посланцы мира. И хочу отметить, и они доказали сегодня, что уважать и любить культуру других народов можно только при том условии, что ты искренне любишь и уважаешь свою культуру. Большое вам спасибо за это.
хотелось бы тоже быть взаимно вежливым. И я думаю, что казаки никогда не отказывались не только от хлебства, но и от мамалыги, поэтому еще пастора. Россия – многонациональная страна с богатой историей и уникальной культурой. Мудрость народа веками хранится в его обычаях и обрядах, песнях и танцах, бережно передается из поколения в поколение. В этом наша сила и наше единство. Активности зала можно было понять, как программа объединила собравшихся гостей и еще больше приблизила к традиционным ценностям, которые близки каждому. Это была последняя информация на сегодня. Я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго, до свидания.